Чебоксарские ястребы готовятся к сезону. Сегодня столичный баскетбольный клуб проведет первые предсезонные соревнования. Дебютировали ястребы в обновленном составе в турнире на Кубке Богачева президента казанского баскетбольного клуба «Уникс». Проводила команду в их первый официальный тур нынешнего сезона и наша съемочная группа. Этим летом состав чебоксарских ястребов претерпел серьезные изменения. На летних предсезонных сборах в команду пришли новые игроки, которые теперь будут представлять наш баскетбольный клуб в чемпионате России в Суперлиге Б. Перед крупными стартами необходимо проверить свои силы в менее значимых соревнованиях. Вот и отправились ястребы на турнир в Казань. Но я думаю, будут ребята стараться показать все свое мастерство, потому что уже 2 месяца только один тренировочный процесс, не было ни одной контрольной игры. Нам перед чемпионатом обязательно надо сыграть какие-то спарринг-игры. Вот это как раз турнир предсезонный, он покажет, на что команда претендует в этом сезоне. Турнир на Кубок Богачева пройдет с 8 по 10 сентября. В его рамках ребятам предстоит встретиться с командами Суперлиги Б «Самара» и «Уникс» и баскетбольным клубом высшей лиги «Киров». Ждем мы агрессивную, напряженную игру, настраиваемся на такую игру. А что будет, сейчас неизвестно никому, нужна практика, посмотрим, после турнира будет все видно. Ну, планы, нам необходимо сыграться с игроками, это в первую очередь, почувствовать игроков и по возможности, конечно, хочешь занять первое место, но будем стараться за призовые места. Победа в этом турнире не главное. Тренерам важно просмотреть игру ребят в команде, выявить сильные и устранить слабые стороны перед чемпионатом России. Хотя кубок турнира стал бы приятным бонусом перед началом сезона. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.